приветище. Это Гринвуд Хай. Мы находимся в страшной старой школе, похожей на замок. Причем этот замок периодически меняется. Внутри все перемещается и изменяется. Владелец этой школы – мистер Хайд. Он учитель, который похищает детей, приводит в эту школу и здесь ставит над ними эксперименты. Мы же пытаемся проникнуть поглубже, точнее, не поглубже, а повыше, в башню этой школы и вызволить детишек. Мне помогает моя одноклассница, наверное, моя одноклассница, я даже не помню, как ее зовут, и вообще, по-моему, она даже своего имени не называла. В общем, ладно. Мы остановились в прошлой серии вот здесь вот, вот на этой карте. Нам ее нужно собрать. О, телек включился. Значит, я одну карточку нашел, я сейчас ее Нет, не нашел. Походу, я откатился назад. Ладно, идем собирать все карточки. Я на всякий случай табуретку возьму, буду отбиваться ей. Подожди, а здесь что написано? Ничего. Одна карточка находится в кабинете истории. Мы это выяснили в прошлой серии. И сейчас мы туда проникнем. О, сколько... Сколько рюкзачков? Почему же у меня нет ни одного? Надо это исправить. Все, теперь я хожу с рюкзачком. Я настоящий ученик. А здесь у нас кабинет. Кабинет пыток. В прошлой серии я тоже ее показывал. Видишь, кандалы сюда детей привязывают и сажают за стол. И они потом смотрят какую-то программу. Сколько часов-то? Значит, тут ничего точно нету. Я сейчас еще на всякий случай пробегусь тут по-быстренькому. Опа, 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 крутая пушечка, которая может разбивать стенки. Это то, что нужно, не зря я сюда забежал. Поскольку мы загрузились в сохранение, все, что мы нашли в прошлой серии, у нас исчезло. И нам все нужно доставать по-новому. Вот это тоже надо взять, перекусывать. А, вот, кстати, вот она, плитка. Все отлично, значит, мы ее вставляем. Вроде правильно поставили. Еще две плитки надо найти. Господи, все, оказывается, было рядышком. Я куда-то не туда смотрю, в глаза задальблюсь. Дальблюч, глядя, глядя, дальблюч. О, проходик, отлично. Здесь тоже можно пролезть. Подожди. А здесь негде залезть или куда-то вылезти? Вот тут вроде проход. Гляди, Ой, горшочек разбил случайно. Мистер Хайд, ты где? Аккуратно. Здесь куча камер, мы сейчас... Хоп-хоп. Кабинет истории, вот он. Мистер Хайд спит. Ты слышишь это? Он где-то спит. Я слышу его храп. Открыто. Ух ты, нифига себе, я здесь еще не был. Здесь можно проломить стенку. Сейчас мы это сделаем. Мистер Хайд, наверное, проснулся из-за этого. Ничего себе, это что здесь? О, ключ. От чего он? Кабинет английского языка. Угу. Сейчас мы посмотрим, что тут за камеры. Можно выключить камеры слежения. Ничего себе. Вроде эта девочка... А, Эрин зовут девочку, точно, Эрин, моя одноклассница. Ну, сейчас мы отключим. Да что ж такое-то, почему все валится? Но это не часть карты. Девочка заговорила на русском, я офигеваю. В прошлой серии она говорила исключительно на английском. Отключил камеры, это нам на руку. Возьму еще одни кусачки. Стой, вот это что? О, кристаллы, то, что нужно. Эти кристаллы заряжают нашу пушку. Это замечательно. Выходим. Заперто. Там еще одна пушка есть. Ладно. Пойдем отсюда потихонечку. Вентиль открутим, посмотрим, что нам это даст. Давай, 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 откручивайся. Я вижу, что там пол может обрушиться. Он прям такой хлипенький. Сейчас мы попробуем на него встать. Встаем сюда. О, а здесь и карта. Забираем. Ха-ха, переключатель. Так. Ну давай, сейчас я подожди. Я же понимаю, что я сейчас переключатель нажму, и все это обвалится. Нажимаем. О, я же говорил. Ну нам в любом случае сюда. Куча коробок, шкафчик, лазейчика. Как интересно, а почему? Во, закрылось. Все, здорово. Вентиль возьмем с собой. Опять начинают призраки меня пугать. Детишечки, над которыми поставили опыт. Что-то обрушивается. Вот не надо меня этим пугать, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну хватит на меня сыпать песок. Кто там сверху бегает? Засранцы. Мы в подвале уже были, между прочим. Чего я сюда снова забрел? В самой первой части мы отсюда выбирались. В самой первой части. Как будто я уже столько частей снял. В прошлой серии это было. Пробегаем.
Пушку на всякий случай надо взять. Кто здесь? О, какие колеса старинные. Ничего себе. Ничего себе. Какая жижа интересная. Я такую жижу в Бенди видел. Тут типа лесенка. Какая странная субстанция. Слышишь меня? Связь прерывается. Да-да-да, связь прерывается. Так, подожди. Ну и чё, и жижа. А жалко, у меня фонарика нет. Я его не взял с собой. Тут нифига не видно, он тут нужен. А вон, кстати, фонарик лежит. Ну и последняя лампочка сдохла, вообще шикарно. Фонарик, фонарик, иди сюда. Давай, открывайся, дверка. Вот так вот. Хорошо. Фонарик, наконец-то я тебя нашел. Без тебя, как без глаз. Такая темень. Ощущаю себя кротом подвальным. Значит, тут у нас вроде как ничего не было интересного. Еще раз давай к этой жиже подойдем. Она вообще что-то делает с нами? Нет, я вот прям в упор к ней. Обнюхиваю, облизываю, обтрагиваю ее. Нет, ничего она с нами не делает. Но именно из такой жижи я видел школьника одного. Я даже не знаю, в какую сторону бежать. Ну давай сюда сходим, посмотрим, что здесь. О, это что, Бенди? Ты видел их? Они же были на самом деле, да? Ах ты ж, ёпарас, это что так страшно-то? Фух, ёпарас, это я. У меня, по-моему, фонарик теперь черный, он грязный стал. О, ё-моё. Чуть пердешный приступ не случился. Капец. Еще и тут бегать. Ну нельзя так. Перестаньте. За что вы так со мной? Вот еще одна субстанция. Я же добренький, я хорошенький. Я ничего плохого не сделал. Пугайте учителя. Капец, ее здесь много. А почему она за решеткой? Может, это... Ну, на людей это не похоже. Они как будто... Где, 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 где? Ядрен батон, бежим, скорей, 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 скорей. О-о-о-о-о-о-о, я бегу, 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 бегу. Только куда, не знаю. Подожди. Отстань! Так, 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 так. Куда, где, где спрятаться, тупик! Черт подери. Так, я вот так вот присяду. Он бежит? А-а-а, он поймал меня! Все, короче, собрались. О, знакомое местечко. Я даже пароль знаю от этого сейфа. 385. Все, изи. Изи-бризи. Это забираем. Это откусываем. Hello? О! Спасибочка. Тут тоже надо откусить. Забираем. Идем. Ух ты ж, блинский! Долбанные осьминожки. Походу, я не те таблетки принял сегодня, точно. Говорила же мама. Что это было такое? Непонятно. Говорила мне мама, выпей снотвор, ну, чтобы спать лучше. Но я что-то не захотел. Все, нам нужно, короче, в подвал, по-любому. А, здесь камеры, блинский. Здесь камеры. Снаряд-то, кстати, падает. То есть он не может прямо лететь. Он, знаешь, как будто ты мячик бросаешь, и он падает вниз потом. Все, ладно, пойдем через камеры пройдем. Вот через эти камеры, вот так вот, быстро. Просто на изи, на легкотню. Я же еще тот шпион, на самом деле. Ребеночек, шпион. Хоп. Все просто. А здесь что у нас? Может, тут что? Не, нифига. Чуть не попался. Еще б чуть-чуть, и все, мне кранты. Есть что? Цветок. О-о-о! Давай возьмем на всякий. И кинем его вон туда. Разбился этот на шухере. Он бежит, походу, сюда, а мы спрячемся здесь. Вот так вот. В холодильник не залезть. Все, я слышу, он прямо вот здесь. Он вот здесь вот пробежал мимо. Кристаллик надо взять. Заберем. Эй, о, вот этого я не видел, слушай-ка. Смотри, какой там туннель. Поменялся флаг, что ли? Флаг меняется, смотри, как его глючит. Обалдеть. Все, мистер Хайт ушел. Ключик заберем, здесь есть записка. Комната охраны, у нас есть ключ от комнаты охраны. Снова подходит время, надо оставить список двоечников и прогульщиков. Хм, а что он с ними собирается делать, а? Может, он будет пытки над ними ставить? Тот, кто плохо учился. Ладно. Твою налево! Прыгаем, 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 прыгаем! Фух, он за мной не прыгнул, надеюсь? Капец, я обосрался просто. Фух, вон он стоит.
Ешки-матрешки. Да, короче, когда кто-то сверху бегает, на меня песочек сыпется. Так, а где это мы очутились? В том же подвале, куда я и хотел попасть? Всего нам нужно 3 куска карты. Один из них в этой же комнате, а 2 других где-то недалеко. Я не чувствую их в подвале или на улице. Наверное, они в соседних комнатах. Понятно. Это очень хорошо. Мне показалось ли здесь... А, ну тут закрытая решетка, мы через нее пришли. Можем все ставить сюда. Ну все, тогда идем дальше. Вращаем вентиль. Решетки открываются, мы пробегаем. Нам сюда. Спускаемся по лесенке. Фонарик где? Фонарик включайся. Сейчас тут опять страшилки начнутся. Ох, главное не вздрейфить. О! Исчез. Я сюда, кстати, могу зайти. Давай подвинем. Черт, когда я что-то двигаю, у меня фонарик отключается. Что тут было? Записка. Почитаем. Сегодня увели очередного пленного. Говорят, этот чокнутый ученый ставит над нами опыты. Никто не вернулся. Вероятно, следующим буду я. Надежды на спасение нету. Хм. Он еще их и в клетках держит. Боже мой. Ох ты ж, блин. Фонарик выключился. Я точно кони здесь двину. Зачем так пугать-то? Я еще и в наушниках играю, и ночью, блин. Точно сегодня кошмар приснятся. Нет, ну пожалуйста, ну хватит уже. А, тут, блин, вот я уже проходил это, но все равно мне страшно. У меня сейчас паника начнется. Ну отстаньте. Сюда может сейчас этот спуститься, Хайд. И мне будет... Он уже, кстати, наверное, сюда идет. Давай-ка я сейчас поднимусь. В прошлый раз именно на этом месте он... Нифига себе. Вон он. Он меня впалил. Все, я убегаю. Сейчас я попробую вагонеткой задолбить. Кстати, по-моему, я отстал от него. А, вагонетку надо вот сюда. Давай-давай-давай-давай. Двигай быстрее, пока он не догнал нас. Я слышу, как он бежит уже. Но я, походу, не успею. Он, кстати, отстал от нас. Запрыгиваю. Вон он идет. Фух, успел. Ха-ха-ха. А тут дверей нету. И это здорово. Фух-фух-фух-фух. Да, тут надо было на скорость действовать. Я все правильно сделал. Я молодец. Пока себя не похвалишь, никто другой не похвалит. А как это здесь бетонка? Где-то должна быть кнопка. Наверное, здесь. Можно подвигать? Разрешите вас подвинуть? Да, точно. Сколько тайн. Поднимаемся. Я снова на улице, что ли? Блин, я на улице. А кусочек карты-то я не достал, она была в подвале. Хм. И как быть? Это задний двор школы. Похоже, здесь Логан, Мэтт и Ким зашли в школу. Ну да. Три велика. Не оставляй меня здесь. Пожалуйста, я не справлюсь одна. Вернись. Я не хотела говорить тебе, но ты не можешь просто так уйти отсюда. Я пробовала. Ты офигела? Подстава, я хотел смыться отсюда. Ну, придется мне, значит, возвращаться обратно. Могу через окно, могу через дверь. Ага, через дверь, фиг тебе. Блин, мне окно надо разбить. А чем разбить? Давай коробкой попробуем. Несмотря на то, что Эми... Или как ее там зовут, все время забываю. Давай, разбивай. О, получилось. Я сейчас вот так встану здесь. И все. Несмотря на то, что Эми говорила, что там был кусочек карты. Фух, успел. Ты же не перелезешь, да? И ты не зайдешь. Так. Вот сюда я уже спускался. Я здесь был. И мне там делать нечего. Он может тут войти через главный вход, но я буду тут аккуратнее. Так, значит, в подвале мы уже побыли. Здесь мы тоже были. Можем сломать вот эту дверь. Выключить камеры. И теперь ходить без проблем. О, наконец-то я эту дверь открыл. Здорово. Сигнализацию врубать я не собираюсь и не хочу. Давай посмотрим, что у нас здесь. Открывай. Кристаллы. Полезная вещица. Гаечный ключ у нас... Нет, у нас нет гаечного ключа. Возьмем. Не зря сюда зашли. Вместо фонарика пушечку. Пошли. А вот это что? Книжка какая-то. Ух ты ж, блин, что было такое?
Так, он сейчас побежит сюда, да? Он по-любому бежит сюда. А я спрятался, я в домике. Ага, он меня впалил. Но сюда он не доберется. Не страшно. Все, свалил? Отлично. Шикарно. Мистер Браун. Кто это такой, мистер Браун? Ты знаешь такого? Я не знаю. Можно плакат сорвать? Нет, нельзя. Давай зайдем сюда, открыто. У нас ключи практически от всех комнат есть. О, кристалл, кристалл, кристалл. Тихо, чуть не наступил, блин, на утенка. Вот, еще кусок карты. Даже я же здесь забирал. И я даже знаю, что просто так мы не заберем этот кусок карты. В него надо что-то кинуть. Сейчас я в него кину. Во, получилось. Только нас услышали. Давай-ка мы сейчас тихонечко отсюда уйдем. Камеры отключены. Спокойно передвигаемся. Вот так вот. И вставляем еще один пазл. Он должен стоять вот здесь, наверное. Ага. Последняя часть осталась. И где же она может быть? А, вот он, кусок карты. Я его пробегал тут, блин. Я уже заметила. Один кусок карты. Все, достали его. Я уже все куски нашел, так что не парься. Осталось только его вставить. Ну, наконец-то все пазлы собрались. Найти все фраг... О, тайная комната открылась. О, нормальный кабинет. Черт. Куда? Это кто? Ты из телека вышел. Из телека вышел. Куда прятаться-то? Сюда? Черт. Все, мы прибыли. Так, значит... Вот она, эта дверка, мы сейчас сюда зайдем. А где прятаться, я вообще не понимаю. Куда? Куда? Вентиль, вон. Вентиль. Пока он вылазит, нам надо вентиль взять. Ставить, открутить. Давай. Да, блин, это не получается, это вообще невозможно. Так, давай еще разок. Куда мы можем спрятаться? Может, под стол? Кстати, реально, почему под стол я тогда не спрятался? А, он меня все равно тут достает, смотри-ка, а. Что ты будешь со мной делать? Он меня сожрал, наверное. Так, вон он, мистер Хайт, а я прячусь вот здесь. И он здесь тоже вылазит. Что, если я вот так вот сделаю, смотри. Он меня найдет, если я вот так вот спрячусь. Так, смотрим, куда он с фонариком идет. Ага, вот так вот. Мне кажется, там еще с другой стороны кто-то ходит. Тихонечко. Ну тут все просто было, да, получается? Нужно было прятаться за столами. Он что-то на доске рисует. Черт. Ладно, пошли. Сейчас возьмем вентиль. Тихонечко. Он возвращается. Вон он идет. Он что-то опять рисовать будет? Берем вентиль, прячемся. Так, хорошо. Он пошел туда. Сколько он там времени простоит? В углу что-то стоит. Стоит. Возвращается обратно. Черт, через эту дорожку. Так, мне надо вставить. Давай, откручивай. Быстрее. Я думаю, пора. Бежим. Фух, успели. Обломись, щенок! Щегол! Красный галстучек! Ух! Загрючка! Мы что, в башню сейчас прорвались, что ли? Мы к башне идем? Серьезно? Наконец-то этот ствол! Как мне было без тебя плохо! Давай посмотрим, что нас ждет дальше. Мы уже близко. Я чувствую это. Мне кажется, что это девочка-призрак. Хайт носит с собой ключ от следующей двери. Тебе придется его стащить. Ха-ха-ха. Смешно-то придумала. Очень смешно. Можно я просто здесь посижу? А? Стащить ключ у Хайда. Да ты что? Он меня же задушит. Он меня загрызет. Душу из меня высосет. Вроде ничего нету. О, цветок. А что ты там делаешь? Можно и куда-то наверх залезть. Вроде как. Какой-то... Странно тут. Может, что, подвигать можно? Давай-ка это подвинем.
Тут по-любому потайной переключатель где-то есть. Он же по-любому есть. Можно вот сюда залезть. Здесь открыто. Куча записок. А он, кстати, там ходит, вон. Я его впалил. Здесь можно пройти? Заперто. Вон его ноги. Куча писем. Сейчас мы туда пролезем. Вот эта дверь заходит. Ага, обманули, дурочка. Ключик. Сейчас, подожди. Может, я его не свистну? Как это легко было-то, а? Коридор. Все, у нас ключ от коридора. Записки почитать я не могу. Куда он ушел? В другую дверь. Пройти в главный зал. Хорошо. Кажется, фортуна на моей стороне теперь. Мне теперь все проще стало. Или я просто на скилле? Наверное, я просто на скилле. Так, а что я куда бегу-то вообще? К этой двери? Я же, по-моему, отсюда пришел, правильно же? Ну да, я отсюда пришел. На какой черт я обратно вернулся? Чунгачку купил. Та дверь, которая была закрыта, мне нужно через нее пройти. Вон через ту. Вот через эту дверь мне нужно пройти. Открыли. Все, пошли. Пошли. Бежим. Ох ты ж, ё-моё. Это выход опять куда-то на улицу. Спортзал. Я в спортзале. Найти путь в башню. Сейчас найдем. Что у нас тут есть? Скульптура книги. Ее можно сломать. Да? Подожди. А, книги сюда положить? В каждую скульптуру книгу? Кажется, надо найти остальные предметы и поставить их на постаменты. Не спрашивай, откуда я знаю. Интуиция. Блинский! Да что ж такое-то? Капец!